Дорогие друзья, мы присутствуем при мероприятии, которое является знаменательным. Это не рядовое событие. Именно такие события дают нам основания считать и говорить, что наши страны, наши народы вступили в другую фазу развития. Вступили в период созидания, восстановления и строительства. В самом широком смысле этого слова. Мы часто пользуемся штампами в разговорной речи. Очень часто можно слышать, особенно в Украине или в России, что украинцы, русские – это братья, братские народы. И сейчас не вдумываемся, кто же стоит за этим словами. Но когда мы приходим на места, подобные этому, все встает на свои места. В самом прямом смысле этого слова. Именно отсюда Всесоюзной земли святой князь Владимир начал крещение перерыва в стихи. Именно отсюда началось распространение православия среди наших народов и в наших странах. Православие, основные принципы которого являются нетленными и неприходящими. Мы руководствовались ими всегда. Вне зависимости, какие люди стояли у власти в наших странах и какими идеологиями они писали свои управленческие решения. Потому что такие ценности, как доброта, милосердие и любовь, это то, что действительно является корнями, духовными корнями, тесно связывающими нашу народу. И это именно то, что лежит в основе единения и единства народов России и Украины. А именно в нем наша с вами сила. Спасибо тем, кто сделал.